Я тебе демку покажу сейчас и сделаем бой. Давай. Кого против кого мы ставим? Смотри. Так, есть вот Бумыч. Так, давай, Бумыч. Есть ты. Есть Бустер, есть ДК, я, Эвелон, Гаечка, Гвин, Хесус, Жожо, Лагода, Ламака, Илья, Макривский, Муханжан, Никоглай, Стин, Татьяна и Антон. Кого против кого? Бумыча против Гвина можно поставить. Нет. Давай, короче, Бумыча против Тохи. Давай. Или Хесуса против меня. Ну давай, Хесуса против тебя. А можете опрос сделать, кто выиграет? Статы одинаковые, если что. Хесус один в один, а вот я что-то нефор какой-то. Ну, это старая прическа твоя, тут скины относительно старые. Выход Вова! Чиф! Да тут рандом полный чат, тут невозможно узнать. Статы одинаковые, да. V-O-V-A. Мне сейчас интересно, что у Хесса будет. У Хесса там выход вообще забей. Сейчас увидишь. Убери панельку вот эту снизу, там где вебка и... А вот наведись прям на... Чего? Так можно теперь? Ты не знал? Все, Хесс вот сейчас будет выходить. Бам, поехал, тип. Да чел, на каком мотоцикле? Что ты ему дал? From New York. Поехал. Хесус! Он же сейчас свалится, алло, чел. Так ты и в жизни нефор. Чего, блядь? Да какие долгие выходы, это пиздец. Ну так в этом и фишка. Кавасаки! Каго! Каго! Рико! И стрипер! Давай, залазь уже, старый. О! A competitor with his share of detractors, but he wants to prove them all wrong here tonight. Выёбывается, выёбывается. Жёсткая, жёсткая поддержка от аудитории. Ну что бы было, если бы ты в Америку приехал? Мне кажется, вот это бы и было. Блин. Да всем похуй там на Америку. Ну имею американцы, вернее, на Хесуса. Ты что, угораешь что ли, блядь? Они даже не знают, блядь, кто это. Так, все, начало. Они, я думаю, они его называют, блядь, понаехавший, сука. Все, поехали. Так. Нормально, я вроде... Ой, блядь. Да что нахуй, с нулевой въебал получил. Да блядь. Алло. Опа, душит, душит. Так, я вырвался, хорошо, надо... Тихо, тихо. Опа, опа, на, на. Накидал, на. Уехал. Держи, сука, за руку, тварь старую. На тебе по хребтине. Пальцы зажал. Давай, давай, сюда ручку вторую. Ну-ка. А чё он лежит-то? Ножками-то. Вот так! Там позвоночник уже сложился. На, блядь! На, побалди, а куда встаем? Вот так вот! Хес, ты чё, куда? Блядь. Куда ты? На, на, блядь! Падай! Смотри, что делает! На! Накидывает, рот зажал просто. А сколько его держать так буду еще? Не знаю. О, все, блядь. Тип отвалился. На! Ебать, прилетело! На! А что вообще, слышь, тут, когда закончится избиение уже такое? Не знаю, Хесус что-то это самое, поплыл. А, бля, вот это больно, кстати. А что там? На... Опа, бровь разбил. Ему надо 10 секунд пробыть за рингом, и тогда он проиграет. Алло, это какие-то в одни ворота. Где же экшен? Ну, у вас стата одинаковая. По идее, так не должно быть. Что-то сегодня... Сегодня не в форме, блядь. Как же я его пинаю, это жесть. Это день рождения 2021 года, когда ты пьяно его кидал, блядь. Да на нахуй. Чё-то я сегодня вообще, да, ну, жестко. Это ты, это самый, персик съел. И пошел. Всё.
Две секунды у Хесуса. Какие секунды, чел? Тут какие-то свои секунды. Не, вот ему надо залезть, иначе он проиграет. Все. Это если б я в качалку ходил. Ну-ка, давай рематч. Можно рематч. Или нет, давай другое что-нибудь. Можно 2 на 2 сделать. Чел, тебе нужно добавить СПБ и его брата, понял? Так, кого против кого? Можно 2 на 2, короче, я уж так делал. Бустер против... Батеренко и Авилон, и ты, и Хесус вдвоем. Давай. Давай. Не, ну такая старость, конечно, я сомневаюсь, что он поможет мне, конечно, в чем-то. Ставлю арену, Twitch-арену. Twitch Best. Они сейчас полгода выходить будут, да? Ну, я могу скипнуть. Давай скипнем, сразу бой. Что-то мне кажется, нам сейчас наваляют. Вы в прошлый раз выиграли, когда у меня играли. Хесус, стойка, конечно, да, на победу. А можно будет фриков вынести, а потом еще Хесусу навалять, просто по приколу? О, чат, грузим вместе. У чела компьютер говно. Нормальный компьютер? Да, полчаса ждали, пока загрузит. Арену грузило. Угу. А сейчас кто будет выходить? Если Вилон и Бустер, то можно посмотреть. Если вы, тогда можно скипнуть. Опа! Подлокотник здесь, ребята, не надо ссориться. Бастер! Они реально читают, блин? Да. Злой какой-то идет. Да нет, злой сидит каску. Ладно. Чё Эвелон как выходит? Shy girl. Тут причесон у него старый еще. Ладно, все, переходим к матчу. А у меня новый был вообще. Хайповый шмот. Так. Так, все. Поехали. Ты против Бустеренко начинаешь. Бля, я сегодня... Вот. Я сегодня везде начинаю. А чё я бледный, как поганка, блядь? Не знаю. Ебать! А, кого я поднял-то? Подожди, полез! Ща палка прыгает! Ну я, кстати, по весу, наверное, побольше буду сейчас, чем Бустеренко, если что. Надо переделывать. Я сейчас ебать здоровый стал. О, ну-ка, подожди. Да ну, раз, два. Не, вырвался. А когда Хесус на подмогу? На, лежать! Ты когда ему эстафету передашь, тогда и Хесус будет. Что я делаю? Это что за долбизм? Долбишь. Опа, подожди. Опа, мне наваливают. Сейчас воткнет. На, ебать. Вот это больно. Ух ты, ебать. Найс отпор. Вилон негодует. Да не дует. Все, эстафета Хесусу передается. Все, пошел старый. Давай, старость! Туши яйцами! А не, ну, нормально, как всегда. Эвелон вышел! Опа! Че за пиздец? Нормально, это Эвелона дропнул просто за ринг. Сейчас старость доесть решил, понял, как обычно? Я там все сделал основное, а он доедает, понял? Ой, смотри, Хесу! Ой, растянули. На колено присаживают. Бедный Хес. Ты там Эвелона на фоне бьешь. Что на ринге происходит? Я не знаю. Тут ладошка ломается. О, там Хесу пи***ы дают. Надо вернуться Хесусу помочь. Он не вывозит. А ты не можешь выйти пока. Ой, ебать, она Эвелону прилетела, видел? Просто груша, ебучая. Что это, тиммейт, ебать? О, подожди, о! Ой! Старость выдал! Полез!
Слезай! Блять, слез. На, блять. Как перо кидают просто. Раз! А не, вырвался, вырвался. Тут статы одинаковые, полный рандом, да, что да, происходит. Да. Ебать. Чисто флаг поднял. Ну роняй его уже, чё он? Ебать. Все, передает Авилону. Опа, Ахес тебе передал. Давай, Вадя! Всё, пошло! Куда? Все, вырубил нахуй. Выебывается. Вот так вот. О, блядь! Какой я ебаный! Вот это прицел! Ну все, я думаю, я тут упал уже, умер. Не, пока еще нет. Тихо, подожди! По яйцам дал. Нормально. Ну так. Какая-то странная драка. Опять руку взломал. Ну так это рестлинг. Что у меня там сзади, слышишь, этот трясется, блин. На, блин. USA! USA! My hero! Вот так вот. По пузу. Вот так вот. О май гаш! Опа, блядь! Вертушку дал. Ну-ка, раз! Два! Нет, вырвался. Если до трех дойдет, то победа. Так, все, Хесус выходит. Хесус пошел, сейчас доедать будет, смотри. Ебать! Опять полез. Ну, судья говорит, слез... Ой, блядь, промазал! Там матч начался, можешь паузу поставить? Могу. Так, все, смотрим дальше. Тут у нас Хесус с Эвилоном гуляет. За ручку, блин. Вот так вот. Переиграл и уничтожил, а? Раз. Нет, Бустеренко спасает. Куда ты? Уйди, судья, сраный. Нормально, Хес 1-2 уже тулится. Ой-ой. Что он его кидает-то? Ух ты, ебать, что происходит? Ой! На, за голову! Кай, спасибо большое. Блять. Трахать старость. Титаник, опа, титаник. На, блядь. Да ну. Раз. Два. Да нет. Не, вырвался. Не отвечает поддержка. А ты нахуй пошел. О, хорош! Не отвечает она ему. Один в один. Все, сообщение скопировал. Пошел в пизду. Смотри! На! Зажал! Раз! Два! Три! Все! Хорош! А что там, до первого, что ли, луза? Хесус-то переиграл! Хесус переиграл. Мы можем с женщинами сделать. А кто у тебя из женщин есть? Татьяна и Гаечка, по-моему. Ну и ладно. Да ну нет, просто один раз прикольно, а потом уже не весело. В чем прикол, типа, смотреть матчи, типа, в которые не можешь поиграть? Так в них можно поиграть. А да? Да. Ты просто управление автоботов поставил? Да. Вот музычка там вообще кайф, слышишь, вот прям сейчас играет. Давай Хесус против Гаечки, так можно сделать? Нет. А-а-а, тогда... Она не может. Тогда надо Хесуса женщиной сделать. Нельзя Хесуса против Гаечки поставить, это вообще ужас, я считаю. Тогда, это нереалистично. Я бы еще против Токи запустил. Ладно, посмотрим. Так, там гендер микс есть. Ну это когда, да, и тот, типа пол. Ну а что ты говоришь, нельзя? Ну нельзя против, ну чтобы мужик против женщины бился. Типа только женщина женщиной. Сникерс. Это Бумыч, и вот Антон. Ебать, сейчас замес будет. Пошли, мужики. О! Что-то Бумыч Тоху выносит, слышь? О! Чел! Чё так прям...
Кого Тоха сейчас сдался уже? Опа! Тихо. Антон, пошел. А куда ты? Что-то приуныло пузо. На! Все, дип лег. Что с публикой? Не знаю, картинки какие-то. Ну типа это коронавирус. И у Бумыча тапочки-то, кстати. Зажал. Не-не. Давай, Антон. Бля. Что-то Тохи накидывают. Это не на концертах Мазелова школьников толкать. Понимаешь, тут уже как бы свой вес. Ну-ка, погоди. Ой, блядь. Не погоди. Тут Бумыч что-то разошелся вообще. Смотри, что-то Тоха вообще прям... Не может за Майнкрафт пояснить. А чё одни одной кнопкой-то? Ой! Бам! Блин, аж сломо полетел. Так у него тапочки деревянные, там больно. Ой, полез. Не допрыгнет, смотри. Да, я спрыгнул. Передумал. Бля, Антон вообще не это самое. Не в кондициях. Романтика. Ебать! Ебать! На! Пиздец. Ну тут все конечное, как будто вот все. Раз. Два. Нет, Антон еще живет. Слушай, по жести, да, двигается? Да ему разбили вон бровь. Тихо, тихо. Тох, ну давай ты, ну. Нет, Тоху приземляют. По нему просто ходят. Ебать. Он должен был отпружинить. В потолок улететь. Тоха увернулся. Ну, Тоха, давай, показывай. Опа. Опа. Пошел. На, нахрен. Давай за ножки его, слышишь? Все, давай, Антон. Да ну. Да ну, слишком рано, не поверю. Не, рановато, да. Ой, повел его. Ебать! Прикинь, такой вес кинуть. Заблочил. Но! Только еще могет, слышишь? Пока еще живчик. И чё? Бля, какое все корявое, это пиздец. Бро подскользнулся. Бро ботинок снимает. Как? По скрипту. Блять. Все, зажал. Раз, два, три. Всё, ну, Тох, ну, что-то подставил меня, конечно, Тоха. Что-то слабость какая-то на Тохе. Просто рукой ему махнул, он упал. Вот это, конечно, сильно было. Всем же понятно, что такого тонну, ну, такую тонну, как Тоха, ну, его не сдвинуть одним кулаком. Нереалистично. Бля, Дрейк, как ты вот, ну, тебе приходят в голову такие говняные идеи? Почему говняные? Ну, вот как тебе вот пришло в голову... против Татьяны поставить? Нет, заебало. Это не говняная идея. Я с Хессом ебашился, игра 100% реальности соответствует ММ. Оставь. Когда вид спорта не включает в себя вообще драку. Это же актерство. Да ладно! Все, гаечка против Татьяны. Сиськи против речи, погнали. Так, все, пошли женщины. На, блядь! На! Опа, погоди, блядь. Ебать! Ой-ой-ой! Ебать, гаечка, блядь, раскрутилась. Чё делает, да? Зажало, да не, рановато. Не, рановато. Всё, Татьяна поднимается, блядь. Ну как вот... Ебать. Тихо, тихо, Татьяна пошла. Татьяна, ну давай, ну чё ты подставляешь? На! На! Ну, ебать, уехала. Да я бы уже не встал после такого. Че у него лыжные ботинки? Ебать, жопа села. Ну это какое-то избиение ребенка, блин, происходит.
Нормально, да? Минус ребра там полностью. Ебать! Ты смотри, что делает. Гаечка техника берет, Татьяна силой. Да что она ей руки отбивает? Блять, за волосы. За какие волосы? За Хесуса. Битва за Хесуса. Татьяна, ну что это? Ну такое, ну... Татьяна, ну... Ебать! Ну просто слабость, Татьян! Да ну нет. Раз. Володь, это что за хуйня? Чего жирная, блядь? Тихо, Татьян, смотри. А, Татьян, тебя тут пинают, жесть вообще. Я же должна была похудеть, Володь, я не понимаю. Ну это старый. До сих пор жирные рисуют, блин. Тань, тут еще и грудь большая еще. Так, осуждаю, у грудь у меня до сих пор хорошая. Посмотри, что она со мной делает. Я ее защищаю до сих пор, бля, если что. А не надо, похуй... не надо. Но! Защитила, ебать, но! Но! Тихо, пошла. Ну ладно, у меня хоть фигура неплохая, нормально. Ну хоть... Вот она. Татьяна, тут не на фигуру смотреть надо, а на бой. Ты пальчики зажала. На, блядь! А там была гаечка против Хесуса? Нет, это нельзя. Раз, два... Почему нельзя? Ну, женщину против мужика не поставить. Но, слушай, а если мужчина трансгендер в женщину, мужчина трансгендер в женщину, то по идее он же попадает в одну категорию с женщиной. А ты кого оскорбил, Хесуса или Гаечка? Не-не-не, вообще говорю, ну так это работает. Я же видел там где-то за границей, короче, трансгендерную женщину поставили с обычной женщиной, и он там всех, ну типа, выеб по выносливости. Это вообще прикол был. Ой, ладно, стримьте, пошла. Давай. Ну, нахуй. Видосы смотрю. Татьяна, тебя кидают. А то мне написали, там Вова дерется. Да-да. Вова именно дерется. Блин. Раз, два. Я хотел сказать, а вот не поливать из Дискорда. Ливнул из Дискорда, ливнул из жизни. Тань, ну вставай, что ты лежишь-то, блядь, ну. Да еб... Ну все, это ГГ. Да, тут как будто уже не встать. Ой, бля, опять руку отдавливает. Ну смотри, встает же нормально. Не встал, а, смотри. Даже что-то это... Опа, забороло. На! На, побалдей! Ну, Татьяна выносит. Паузу, паузу, много, паузу, там стартуют. Ну тут Татьяна так-то... Прикольно несколько матчей сделать, она просто душно смотрится, потому что одни и те же анимки воспроизводятся, понял? Ну тут не всегда одни и те же. Так я думаю, там минута сейчас, понял? Опять пауза будет у нас. Три. Вот сейчас Татьяна выиграет уже, раз. Нет. Такс. Опять заборола. Опять накидывает. А ты с Кашей общаешься? О! Хороший. С Кашей общаешься? Ну иногда что. Ты ему скажи, ну, что надо будет скачать потом, подготовь просто. Ну у тебя есть ТГ там его? Напиши ему, да, а то тип там это. У нас могут задержки быть тоже. Хотя я надеюсь, их не будет. О, погнали!